Достали! Назови его козлом! Они на это сильно обижаются! Будет взрыв сейчас, походу. Всем привет, ребят! Сегодня мы находимся на съемочной площадке фильма «Король и Шут». Я немножко в брутальном образе играю одну из небольших ролей. Сегодня будет интересно. Смотрите и приготовьте свои царские, королевские лайки. Сейчас репетируется сцена, где ОМОНовцы задерживают, собственно говоря, меня. Слушайте, а вы будете одну дверь открывать или вторую тоже? По идее, надо открыть, но... А что, нам плохо открывается? Ну, нет, она автоматом через сколько-то закрывается. Просто парней предупрежу, за рулем. Да, чтобы они тормознули. А, стоят каскадеры, и так, и выходим. Ром, выходите. А что сейчас будет происходить? Это маленькая бабаха, имитирующая хлопок глушителя после картошки. Вау! Вот такая вот бабахочка. Ёк! Будет взрыв сейчас, походу. Понял. Понимаешь, да? Михаил, Лиштовский, как дела? Достали. Ой, господи. Двери, окна. Ну, блядь. Ребята, администрация, а мы можем от нашего помоста еще досточку кинуть? Промокли, ребят, немножко. Немножко совсем. Кто за рулем машинки? На караван, ребята. Статель, да. Рома, притул. Ася. Вот он, эксклюзивный. Вот этот дружок будет играть меня. Как-то отстранен.
друзья, готовится реквизит для фильма «Король и Шут». Для архива. Костя. Ау. Потом в интернете будешь смотреть и вспоминать. Ой, не дай бог, конечно, не дай бог. Чай, дай я быстро посмотрю. Вот самый общий. Ну, влезу, да. После волков не будет же никаких больше планов, Рустам. Вот я поэтому думаю, что нет. Просто воспричем все испортить. Волки — это крайние кадры, да, иначе. Да, да. Выходите, волков. Да, это первый или второй? Да, второй. Первый. Роман, ты волчара теперь? Передай подписчикам привет. Здорово. Оделась? Да, нормально. You can call me stupid. Yes, you can call me cheap. You can say I'm lazy. You can say I'm weak. You think that using her would get to me. And if you're right, then you're in trouble, D. Cause I would break my honor while I'm weak. Sure. Давайте сейчас триранемся разок надевать наручники. Потому что я не знаю, как это будет. А вот так это будет. Все нормально, я увидел. Серега, да? видит. Ну все, ну держи тогда. А теперь, видишь? Сейчас. Серега, а ты можешь пониже опуститься как-то? Серег, я? Да, вот попозже. Когда-то разговаривай. А мы лицо не видим в просвет, видишь? Вот челюсть не двигается. Нет, у меня двигается все, я буду двигать. Вот это надо, да, вот так вот. Сереж, да, а ты можешь ниже по попе как-то по спине опуститься? Ну, вот только то. Давай. А лицо пониже наклонить, Сережа, проверьте. Вот так. О, да, пониже. Лицо еще пониже, Сереж. А Сереге, Леньке надо, может быть, немножко вывести? Тогда я не ударю его. Леха, а ты тогда тоже. А ты, Серег, можешь теперь подальше, пониже и подальше как-то? А как? По попе вперед. А ты, Лех, наоборот, чуть-чуть выдвинуть, а то у вас какие-то. Где? Рустам, смотри, вот, мне чтобы сделать резкого, я понял, одного хотя бы, у меня тогда второй становится совсем не резкий. Это игра, играет фокусом. Тут не фокусом, я объективом играю. Сереж, ты клони еще голову. Хорошо, я буду что-то делать буду. Все, у меня больше не будет. Вот так вот, ну прям не сниз, да. Давайте, что я готов. Мотор, ага. Камера. Есть мотор. Мужики, он же нас запомнит. Да никого он не запомнит. Он же обдолбанный. Он свое отражение-то в зеркале не узнает. Так а что, автограф дать ему или что? Да нахрен нам твой автограф. Глаза разуй, придурок. Король Шут. Пират, кстати, в курсе. Открой. Вы что, я не при делах вообще. При делах, не при делах. За своим товаром следить надо. Бабы хотите, так и скажите. А, да? Инстинкт самосохранения проснулся у тебя. Слышь ты, звезда. Ну нет таких бабок на самом деле. Так корешкам позвони. Пусть везут. Не буду звонить никому, блин. В смысле не буду? Дай мне. Распахай! Мотор, камера. 28, 29, 6, 5. Начали! Мужики, переключите, не пойду!
пазл. Ёба, что, нас послушать больше нечего, что ли? 5, 28, 29, 7, 1. А хули ты сделаешь? С этого, да? Сейчас, Костя, скажешь, когда готов, да? Готовы? Я начал. А хули ты сделаешь-то? Лёх, тут надо в камеру, мне кажется, вот так. Да, отлично. Нам еще надо крупняк снять горшка. Снимаем крупняк горшка на... Здорово. Ну ты чё, блядь, сказать-то, ё-моё, блядь? Чё, ёб твою... Чё, ты пизданул, блядь? Костян, ты посмотрел все интервью Миши? Скажем так, на самом деле... Скажи зрителю, что ты хочешь сказать. Передай. Ты чего сказать-то? Слышите Король и Шут? А еще лучше слушайте Dead Kennedys, Misfits, панк-рок настоящий, рок-н-ролл. Потому что, что, у нас в России субкультура пока, а везде в Европе уже культура. Слушайте панк-рок, рок-н-ролл настоящий. Понимаешь, да? Ты, конечно, вжился в роль, вжился. Мексиканец! Ёпты, мексиканец. Но пассионада, сеньор. Водку остается всегда за кадром. Живая голова. Ну что, друзья, сегодня следующий день съемок. Это уже четвертый день. Поэтому, кто еще не поставил лайк, обязательно поставьте свое мнение в комментариях. И я надеюсь, этот ролик вам понравился. Мне лучше не плевать на чем в воду, ничего не делать, да? Чем наплю? Мотор, камера. Есть мотор. 5, 28, 29, 8, 2. Женя, тебе скажу шутку. Начали! Да. Пусть они себя грохнут. Круто, бля. Бандосы похитили и угомонили звезду панк-рока. По-моему, отлично. Да, прекрасно, давайте дублик. Тогда было хорошо, когда все-таки в отражении было это мутное, бац, уже там в нем стоит. Женя, то есть ты сейчас руками не ударил? А, совсем другое дело. Разводчик. Посмотрел я. Посмотрел. Давай, Мишаня, покани как следует, назови его козлом. Они, сука, боятся. Нет, боятся. Давай, Мишаня, покани как следует. Давай, Мишаня, покани как следует, назови его. Оно улетело. Камеру не надо, чуть-чуть проверить. Нет, вверх стреляли. Вы сначала дослали, потом размахивали, а потом стреляли. Ну, не дай бог, там стрельнет. Давай, Мишаня, погони как следует, назови его козлом. Они на это сильно обижаются. Ну что ты? Давай, Мишаня, погони как следует, назови его козлом. Они это очень не любят. Ну, давай, Мишаня, ебаный в рот. Придурок, надо в этой тачке ребенка вооружить.
А что он привет так думает? Я вот эти тяжкие респилы положу, блин. Слышь, ты че? Иди сюда! Ты че охренел, что ты цикл, брат? А ну тихо! Сотрули! Что? Тихо, Лиза. Иди сюда. Слышь, ты прикинь, я в этой тачке ребенка должен. Слышь? Калина, ёба! Иди сюда! Ты что сказал? Ты что сказал? А ну тихо! Да заткнись ты! Убери глаз, смотри! Заткнись, говорю, больно! Смотри, всего закрытого, а? А, сюда! Наезд сделал красивый, что ли? Пизда, чё? Бабло там принесли, нет. Приготовились к съёмке. Конец.